Муфтия Дагестана заключит соглашение о сотрудничестве с историческим парком Махачкалы. Накануне муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с руководителем исторического парка «Россия. Моя история» Тимуром Велихановым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия, а также возможные совместные проекты. Тимур Велиханов предложил муфтию республики подписать соглашение, в рамках которого будут реализованы совместные мероприятия, направленные в первую очередь на повышение уровня образования в республике и на популяризацию истории. Поддержав данное предложение, муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди отметил важность изучения истории для подрастающего поколения. Чтобы дети были достойными наследниками наших предков, надо знать историю. Вспомним период Великой Отечественной войны, когда люди, лежа в окопах, жертвовали собой ради других. Никто не спрашивал о религиозной или национальной принадлежности. Все помогали друг другу и спасали чужие жизни, отметил муфтий Дагестана. По итогам встречи было принято решение подписать соглашение о дальнейшем взаимодействии, а также разработать план совместных мероприятий на ближайшее время.